То, что нынешнее правительство пренебрегает безопасностью жителей одного из самых густонаселенных районов города, вызывает непонимание и возмущение на самых разных уровнях. Мэр Таллина Михаил Кылвард практически сразу после объявления о планируемом закрытии Коплевской команды направил обращение министру внутренних дел, в котором говорится о важности сохранения этой команды. Значение спасательной команды Коплев с точки зрения безопасности ПХЯ Таллина постоянно растет, поскольку этот район стал привлекательным местом для нового строительства. Помимо новостроек, это район большого количества старых жилых домов с каминами и газовым оборудованием, аварии на которых предсказуемы в отопительный сезон. Поэтому город так обеспокоен ситуацией и не понимает позицию руководства страны в этом вопросе. Если мы в ситуации, когда нас настигают кризисы один за другим, готовы отказаться от такого приоритета, как защита гражданского населения, отказаться от такого приоритета, как безопасность горожан, то тогда возникает вопрос, а что, собственно говоря, является важным для министерства, для правительства? В течение года Коплевская команда получает около 500 вызовов, и зачастую спасатели работают за пределами своего участка. Таким образом, закрытие этого отделения грозит оставить без своевременной помощи не только район Пыхья-Таллин. Город не может допустить подобного развития ситуации и направил Министерству внутренних дел пакет предложений по решению этого вопроса. Мы сделали очень конкретное предложение, без политических лозунгов, без коммуникационной подоплеки. Но мы придем на помощь. Придем на помощь не государству, а нашим жителям. Возьмем на себя расходы по содержанию. Давайте проводить переговоры. Давайте оговаривать условия. Мы надеемся, что хоть как-то государство должно поучаствовать. Но в крайнем случае, это наши горожане, это наши жители. Мы сделаем все для того, чтобы спасательная команда сохранилась в Пыхья-Таллине. Увы, официального ответа на предложение городских властей от правительства до сих пор не последовало. И как добавил мэр Таллина, складывается ощущение, что правительство уже приняло решение и хочет в прямом смысле закрыть этот вопрос и забыть о нем. Но крупнейший город страны с сотнями тысяч жителей себе такого позволить не может. Новости Таллина продолжат следить за ситуацией с коплевскими спасателями и обязательно расскажет об этом в своих следующих выпусках. Вадим Малышкин, Сергей Овчинков, Роман Васильев. Новости Таллина.